Израиль всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана, отметил находящийся с визитом в Гяндже посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик. Посол подчеркнул, что Израиль очень заинтересован в оказании помощи Азербайджану в восстановлении Карабаха. «Мы готовы сотрудничать с правительством Азербайджана в этой сфере. На прошлой неделе в Баку прошла выставка «Rebuild Карабах». В этой выставке приняли участие израильские компании. Израиль готов сотрудничать в каждой сфере, в которой нуждается Азербайджан. Думаем, что это может быть сельское хозяйство, управление водой и другие сферы». Комментируя поездку, Джордж Дик подчеркнул, что, вернувшись спустя год, он увидел на месте пострадавших от бомбежки домов надежду и взгляд на будущее. Посол отметил, что люди, пострадавшие от обстрелов в Гяндже, не боятся и продолжают жить. И государство, и правительство, помогая людям, восстанавливают территорию, строят новые жилые дома.